это я почти на выезде из города. Еще чуть-чуть и начнется новый мост. Я почти выезжаю. Вот, если видно, то делается дорога, что очень приятно. Сейчас буду въезжать на новый мост. Хочу сделать фотографию. Это же все такие блогеры. Надо выложить блог. Ну-ка. Так. У меня новый телефон, я еще с ним плохо справляюсь. Так вот. Главное не снимать рекламу. Я имею в виду рекламные щиты. Сейчас еще попробуем снять меня. Как это? Как это делают? О! Красотка! Смотрите, ребята, у меня на плече экшн-камера. Красота, да? Ну-ка еще покажу. Еще, еще. Смотрите, я тут выучила, как сделать, чтобы не было второго подбородка. Видите, если вот так сгибаю голову, склоняю, да, получается второй подбородок. А ее надо так вытянуть. И тогда только немножко. Вот это косу глазами. Не знаю, куда надо смотреть. Посмотрю прямо. Так, ну-ка. Ну как я тут? Очень странно. Может еще? Давай еще. Еще сделаем фотки. Что-то мне не нравится. Как же мне научиться себя фотографировать? Никто не знает. Вытягиваем голову. Так хочется смотреть в камеру. Может, боком смотреть? Ну, я вживую лучше. Не знаю. Что-то на щелка. О, какая лапочка. Ладно, сейчас поедем смотреть выезд из города. Жарко. Смотрите, вот он наш новый мост. Дорогу тоже отремонтировали. Как мне нравится, когда отремонтирована дорога. Знаете, что еще хочу сказать? Под великое путешествие. Я думаю, до чего ленив человек. Я имею в виду и вообще, и я в частности. Вот. Люблю путешествия, люблю машину, люблю новые места. Возвращаясь под впечатлением и обновленное. Но тем не менее... Каждый раз, собираясь в путешествие, мой мозг начинает капризничать. Ой, а может не надо? Ой, а куда мы поедем? Ой, а мало ли что? Лучше дома посидеть, лучше поработать. А зачем деньги тратить? А зачем время тратить? Вот представляете, собраться очень сложно. Ну, наверное, да, и мозг очень инертный. Существо ищет, где проще. Хотя вот теоретически знает, что будет хорошо. Но собраться очень сложно. Сейчас мы переедем в новый мост. Там ремонт. Велосипедисты. Велосипедисты сегодня уже третий раз попадаются. И так, честно говоря, мешают на дороге. Вот она уже наша река. Не знаю, видно ли ее. Ну что, наверное, не видно. Хоть как-нибудь. Она уже подспала, но не до конца.
согласна, ограничение здесь на мосту 80 километров в час. Ну, потому что еще город, а вроде как уже и не город, выезд на трассу. Стоит отбойничек посредине дороги, раньше его не было. Потом поставили. И мы сейчас подъезжаем к деревеньке Гнусина, она будет справа. Вот там за кустами сейчас начнется. Она называется деревенька, на самом деле там коттеджный поселок. И люди, выезжающие из него, кому нужно было вернуться обратно в город, они, ну, просто выезжали, проезжали, сворачивали налево, то есть возвращались в город. Я сейчас из города еду. А потом поставили этот отбойничек посредине, и стало очень сложно. То есть, чтобы им вернуться обратно в город, им приходится проехать вдаль по трассе, там развернуться на ромашке и только потом уже двинуться в обратный путь. Вот как раз мы к выезду из этого Гнусина подъехали, указатель только что был, и вот разрисована ромашка, как по ней нужно ехать, чтобы попасть куда-либо. По мне довольно сложно разрисовано, я тут иду уже интуитивно и по памяти, потому что не раз ездила, а так сложно. Сейчас мы вот на эту ромашку выйдем, вот еще раз указатель, как тут двигаться. Поедем в сторону Сыктывкара для начала. Потом дорога в Сыктывкар уйдет в сторону, а мы проедем дальше. Просто хочу проехаться по ромашке, показать ее вам. Потом переехать пост. А пост ГАИ в смысле. Пост — это уже вроде как, да, все, граница города, и дальше начинается настоящее путешествие. Ромашка, знак «Уступи дорогу». Иногда тут машина бывает, иногда и удается сразу проскочить. Вот уход сейчас вправо, это как раз возврат обратно в город. А мы поедем прямо к посту ГАИ. Сейчас будет знак ограничения 40, как-то он так неожиданно возникает, и тоже я интуитивно скидываю здесь до 40, вернее, не интуитивно, а по опыту. А знак вот не всегда замечаешь, бывают прецеденты, что люди, вот он, знак 40, что люди проскакивают. Вот мы подъезжаем к посту ГАИ. Для обычных машинок правая полоса, для обычных машинок левая полоса, для грузовичков правая. Так что их тут можно немножко обогнать. Вот он, пост ГАИ. Бегают правые мальчики. Ого, в масках тоже карантин, однако. Ну что, выдвигаемся на оперативный простор. Проехал. Хотела вам прямо показать такую даль путешествия, но тут очень аккуратная, осторожная машинка впереди. Ну, в общем, был знак ограничения 40, она боится ускоряться. Там, по-моему, да, дальше будет знак отмена ограничения, она, видимо, до него едет, хотя обычно водители тут уже, в общем-то, ускоряются. Как приличная. Поедем со скоростью 90.